Полицейские Одесской области задержали двух жителей Измаильского района 33 и 47 лет за незаконную вырубку деревьев. Горе-лесорубы успели спилить несколько акаций, прежде чем их поймали с поличным. По предварительным выводам специалистов госэкоинспекции, сумма ущерба более 50 тысяч гривен. С места преступления правоохранители изъяли дрова, бензопилу и транспортное средство правонарушителей, которое поместили на штрафплощадку. Экобраконьерам грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы. В данный час под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры указанным особам уведомлено про подозру в вчинении злочину, передбаченого частиною 2 статьи 246 Криминального кодекса Украины. Знаряддя злочину та автотранспорт вилучено. Слідство триває.